У трех кадровых доноров региона выявили диагноз ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского центра СПИД. Все три случая инфекции у доноров выявились до того, как их кровь поступила больным. Это говорит о том, что в Иркутской области за безопасностью следят досконально. Лабораторные исследования исключили дальнейшее распространение. Ранее в нашем арсенале был только метод иммуноферментного анализа, но с 2013 года, значит, по инициативе Министерства здравоохранения, на базе Иркутской станции приемной крови, на базе Братской станции приемной крови тогда еще, были организованы молекулярные биологические лаборатории, где кровь донора фиксируется не только при помощи ИФА, но и при помощи молекулярно-биологических методов. Кстати, в Ангарске регулярно проводятся акции по анонимному обследованию на ВИЧ. Ближайшее тестирование можно пройти 18 июля с 10 до 18 часов в мобильном пункте около входа в стадион «Ермак», рядом с ТРЦ «Фестиваль». Сдача анализов бесплатная.